Всем здравствуйте, сегодня с вами Драмонендрин, и мы продолжаем играть в Shrek 3. Как бы этот... Извините, что мы начинаем не прямо с того места. Я решил слегка поменять свою тактику нападений. Я решил их... взять с воздуха, короче. Раз одна наблюдательная пуга... Опа! Ой-ё! Вот это мы так... попали к ним. Ну ладно, пойдемте. Веселенький полет у нас получился, конечно. Так, патронов у нас завались. Еще от дробовика есть некоторые. Денежки надо попасть. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Берите для наблюдательного пункта. Ну вот, одно задание выполнено. Тревога. А где она? Это вот эта вот, кажется, красная штучка. Так. Окей, сейчас кое-что попробую. Сигнализация, ну-ка, прочитаем. Враги используют сигнализацию, чтобы вызывать подкрепление. Выстрел сигнализации не отключит другие устройства. Удержите У, чтобы отключить всю сигнализацию. Понятно. Давай туда. Да, мой добрый пиратик. Ну что, не видишь, что перед ним камни как бы падают? И что это как бы не видно, не шорох. Лучше пока... Ищите! Попался, гад! Нет, не попался. Всё. Ну и ладно. Стелл закончился. Плохо. Как же их много. Перебежим-ка сюда. Интересно, если мы сейчас уйдем, но они тревогу отключат потом. Так, это готов. 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 У нас осталось примерно 3 бандита. Себя-то давно в зеркало смотрел. Ой. Вроде все. Грустно. Мне очень, что мы провалили задание. Ну, мы его не провалили, в смысле, что... Втихую не смогли выполнить. Ну ладно, что ж. Какая-то сигнализация. Вот она. Ну, как ее отключить? Вот так. Будем по-простому. По-деревенскому все ломать. Опачки. Ого. Да, ого. Так, здесь взяли патроны. Гранаты у нас есть. Здесь что? Здесь все нормально. Ну-ка, у дробовичка все взяли. Да, у дробовичка попал. А бронежилет у вас тут? Книжка какая-то. Вот. 15 секунд. О, куда бежать, а? Нет, вот сюда, наверное, надо. Спокойно. Я бегу! Опа! Убить кабука! Ой. Не хочу умирать, нет! Нет. Слегка у нас как бы не получилось, люди. Извиняюсь за мой фейл. У нас заново и все тихо. Я устал от этого места. Здесь чертов остров может катиться в ад. Да, нам не обязательно его убивать. Стена уже выключена. Какой-то лаг игры.
Но, наверное, справятся в следующих матчах. Если они не настолько умны, чтобы стрелять по винту, как он. Я тебя урою! Сейчас их с ножков завалим. О нет, мы умерли от сердечного приступа. Как некрасиво вышло у нас. Так, подождем немножко, сейчас опять прогрузимся. Как же тут сделать? Резинку. Какую резинку? Жевательную, в смысле? Кажется, там какой-то шум. Интересно, я бы хотел покидать. Тут можно мне уже ножи кидать? Нет, скорее всего, нельзя. Наверное, потом можно будет. Блин, жалко, у меня ничего нет с глушителем. Так, тут один. Он уже спиной ко мне обернулся. И тут один. Конечно, они в капец слепые, я почти вылезаю. Мне тут скучно уже. Я почти вылезаю из кустов, а он меня не видит. И у него махнул перед лицом ножиком, меня не заметили. Так, потихоньку. Тихо. А, нет, осторожно, отходим, отходим. Вот. Оставляем труп тут. Осторожно. Сейчас надо осторожно. Что очень там осторожно. Такое? Осторожно. Осторожно. Мы сможем, мы это сможем. Меня уже трясет. Еще один готов. Надо его обшарить. Все. Они готовы. Можем зайти тут и заложить. О! Тут все взяли. Вот, держите для использования. Так. Вы слышали, кто-то ргал? Защитить тайники. Смысл? Выпускать его к оружию! Черт, граната! Теперь уже свалить надо. На. Ого! Ну, да, они нас потеряют, если мы спрячемся. Бак! Готово, я да. Джейсон, отлично сработано! Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПП. ПП! ПП! Пиратская бухта! Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Прогресс. Про прогресс мы знаем. Просто зачем-то нам его заново показывают. Лед на тюрьму. Новый рецепт зверобоя. Попался, гад! Давай, сделай что-нибудь! На! Ром, ты наш братик. Как бы даже смертный взгляд, должны представить, скорее смертельный взгляд, что вы знаете. Что я не умираю, такой закатываю глаза. Отсюда выбираться, я не хочу с ним сражаться. Ну, мы так уже насолили изрядно. Опа. Можно джипик у них одолжить, если они не будут не разозляться так сильно. Он на ходу. Возьмем этот. Заводим.
можем добраться туда быстрее. Нам куда надо? Не, мы туда быстрее не движемся, хотя деревня Монаки была бы быстрее. Ну ладно. Я не буду снимать вот этого порядка сегодня, если он будет кинуть. Если он будет большим. Ну все, можно. Ну ладно, я вообще не понимаю. Сейчас посмотрим на легенде. Что-то у нас было. Это у нас было. Вот, испытание Ракьят. Ладно, поехали. Выполнили сам быстренько. А! Ничего себе. Я сделал. Это из дома, это из дома. И что же это? Убира Десхампас. Эффективно засадить как можно игроков из представленного оружия. Джейсон Броди. Самый лучший, кто это сделал, это Р. Десхампас. Может, мы побьем его рекорд? Очки. Так, а с какого оружия вам надо идти? Оба. Новое оружие. Нам надо их искать. Опа. Тут надо стоять, чтобы перезарядилась. Трудная, потому что я не особо шарю. Мало игра, у нас мало частей вышло. Я, чтобы было интересно, я прошу без вас ни одной миссии. Чтобы сюжеты не знать. Чтобы поменять схему нам надо. Ой. Опа, это что такое? На землю. Это типа нас убили, да? Поражение. Ваш результат 105. Ладно, давайте еще раз попробуем. 5 за штурмовика, берсерк, тут есть гранатометчик, пулеметчик, обезглавливание. Бонус. Почему-то задан наперед написано. Сейчас постараемся их обойти, может, получится. Нет, тут нельзя. О, тут время бонуса есть. Тут приходится что-то уничтожать. Они, видимо, время не дают. Сразу я не догнал. Порезали. Одно оружие, понятно. Гранату мы еще потратим. Кстати, интересно, что это за пушка, вы знаете? Может, я это... Да, даже очень интересно. Надо чуть-чуть продвигаться. Нет, мне надо отходить, пожалуйста. Это не сейн срок, ты на права можешь найти. Спокойно продолжать миссию. Наверное, пулеметчик. Так, пулеметчик. Хедшот мы вам сделали еще. Звери же эти пираты. Давай. Почему убегу?
так спокойно. Они решили побегать. Я вот в одной статье читал, что компьютер, в общем, умнее до любого игрока, он мог прахом сделать, будь то профи, будет любой игрок, который существует в мире. О! 400 XP нам дали, $250. Да, нам нужно за 350 очков, нам дадут 500. Ладно. Все. Этот... Ну, в общем, сейчас закончу тему, о которой я говорил. О! Джейсон! Отлично сработано! Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. ПБ! ПБ! Пиратская бухта! Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни! Ну так в общем, меня прерывают, то грубо не дают договорить. Это просто компьютер как бы затупливают, уничтожают его разум, там, ограничивают. И поэтому мы, как сказать, он не играет в полную силу. Он бы мог играть в полную силу и убивать бы нас всех, как нечего делать. Но он этого не делает. Ракетница, составной лук. Есть. Есть, это точно. Так, боеприпасы надо купить, стрелы я хочу купить. Вот стрелы. А у нас все куплены. Запаса мы уже весь купили. А где нам выбирать оружие? Тут, наверное, да. Извините, давно слегка не играл. Голографический прицел или снайперский? Снайперский. О, навыки. А вот так вот улучшил он снайперским прицелом. Установить. Все нормально теперь. Пусто. О, ему еще и камуфляж можно делать. Круто. Тут оружку можно качать. Кипир. Ага. А у нас-то только два слота. Ну ладно, возьмем его за место дробовика. Мы все равно почти не пользуемся. Лук это, в принципе-то, круто, считаете, да? Привет, телочка. Какая ты уродливая. Что-то я не хочу с тобой даже знакомиться. Достать стрелу, отпустить, чтобы выстрелить, чтобы прицелиться. А чтобы убрать стрелу. Понятно. Ничего трудного, в принципе. Составной лук. Ну-ка, прочитаем про него. Мне интересно. Такими луками пользовались гунны, греки, турки, герои детских телепередач и Дик Чейни. Интересно, кто этот Дик Чейни. Если какой-нибудь народ мог одолеть любого врага, не слезая с лошади, у него наверняка был составной лук. Сегодня такие луки не делают не из дерева, а из стекловолокна или углепластика, поэтому они прочнее и надежнее. В принципе, вот так. Логично. Привет, бабулька. У тебя, в принципе, то же самое, что и у меня было. Потому что смысла к тебе идти не надо. Нет даже. В принципе, будем тратить деньги. Куда их нам копить? Камуфляж мы сделаем. Раскрасочка, пустыня. Краска не влияет на характеристики оружия. Полосатый, красный, туземный. В красный раскрасим. Красный, красивый цвет. Он мне нравится. Включай радиовышки. Если не включишь, я не смогу... Я нашел небольшое свиное стадо. А там, поверь, хочу поделиться. Первоклассная снаряга для тебя. Конечно. О, обезьянка. Где? Вот она. Я тебе догоню. Я тебе догоню, оно вернись. Ну вернись, маленькая обезьянка. Вернись. Вот обманщица. Я думал, она туда куда-то убежала. Оно вернись. Ладно, тебе повезло, ты сегодня сбежала от меня, обезьянка. Ну держись, в следующий раз я тебя не пощажу. Рюкзак полон. О! Чуть не забыл. Чуть не забыл. Надо же рюкзак разгрузить, правильнее сказать будет, даже я не разэтовать. А то он у нас слишком заполнился, знаете, люди.
в прошлых частях. Мы всякого мусора понабрали, и думаю, он нам все равно не пригодится. Батарейки. Батарейки пока оставим. Пакетик. Быстрая продажа. Продать ненужные трофеи. Созданные вещи останутся. Вот, правильно. Драгоценный камень. Я могу заплатить за него большие деньги. Да, значит, он нужный, значит, из-за этого мы его не продали. Смотрите, сколько сразу места освободилось. Тут шкура собаки у нас есть. Шкура буйвола. Тапира даже есть. Комодского варана. Выбрался все-таки из комода. Создание вещей. Снадобье для охоты, сумки, чехлы для оружия, прочный чехол, нужна шкура оленя. О, я там заметил, там же иконку показывают. Бумажники. Шкура свинья, она выглядит как свинья. Как же, кажется, это глазом заметил. Желаешь купить? Пойдем охотиться в следующей части на оленей, пожалуй. Вот, ближайшие такие, знаете ли, олени. Туда и пойдем. Так, сколько же у нас время-то прошло? В принципе, изрядно, я думаю. Ну ладно, в следующей части вы увидите охоту на оленей в моем исполнении. Я буду валить их с лука, чтобы опробовать его на деле. Также вам его покажу с новой раскраской, со снайперским прицелом. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если вы здесь впервые, пожалуйста, подпишитесь на меня, поставьте лайк, если вам нравится. Если же не нравится, прокомментируйте мне, как мне можно улучшить мое видео. Я надеюсь, что я вам понравился, что вы будете смотреть меня дальше. С вами был Друманин Дрин. Всем пока.